Всем привет, я вам сегодня покажу такую игру Cat Quest. Ну, она новая. Вообще, она есть на iOS. Она давно на него была. Ну, на айфоны. В чем тут прикол? Просто мы тут за кота должны играть, бегать, мочить всяких. Там, вот тут такая, типа, предыстория. Опять кого-то похищают постоянно. Ладно, пофиг. Сейчас. Кто там по руке звонит? Слушай. Ахаре, блядь, уже. Пропустись. Я же сюда не за этим пришел вообще. Смотрите. Что-то надо сделать, я не знаю, что прошло. Вот. Тут надо вот так вот бегать. Это... Не знаю, что это значит, но... Что значит батарея? Она как-то делает игру лучше? Ладно, пофиг. Так, сейчас нам надо вот сюда подойти. Такая прикольная игра. Типа... Постоянно нажимаю туда. Вот так вот. Тут карта, наверное, большая очень. Но если так смотреть. Я просто не знаю. Вот, типа, спать ложишься, чтобы это восстановить. Жизьки. Так, теперь нам в другое место бежать. Я тут, в принципе, заходил в одно место прикольное. Это нам сейчас должен... И вот эту вот... Ну, короче, магию всякую там заходишь. Он продает тут всякое вот барахло. Ну, не барахло, а магия, которая нужна, чтобы... У меня не хватит денег. Сейчас пока что мы не будем... Покупать. Вот этих надо отпиздить сейчас. Блин. Дальше нам вот сюда идти. Ой, блядь. Это же этот. Дракоша злой. Блять, заебал нахуй. Как еще-то? Ладно, похуй, пускай. Мы его и так, он не очень сильно. Он... Вот так мы его заебашили. Поскольку там монеток. Я думал, то что... Фига тут вас. Котов, блин, до хера. И что мне надо сделать? Королева, что-то котов. Кто это вообще? Что надо вам всем? О, надо... Да, блядь, заебали. Мне надо спать, лечь, чтобы восстановить жики. Да, просто если... Не восстановить, то... Такая прикольная игра, это всего лишь то обзорчик, это... Я не буду проходить ее, потому что... Я сам ее еще не прошел, там... Когда пройду, может быть, посмотрим. Скоро должны русский язык добавить. И историю будем знать хотя бы.
Так просто играть неинтересно. Смотришь, ну там половину понятно было, конечно. Половину не очень. Так, ну тут можно вот квесты брать. Типа вот так подходим. Квестов пока что нету. Я поспать хочу лечь. Вот здесь квест есть. Вот. Подождите, нам за него дают 50 монет и... опыта, что ли, столько? Ладно. Посмотрим, что надо сделать. Сейчас надо подойти к нему. Может быть, сходим сейчас за магией уже сразу. Это просто, ну тут вот, видите? Неудобно. Хоть чтобы жестик был. Чтобы котом бегать и драться кнопками, типа, нажимать. Так не очень. Все, вот. У нас уже магия есть. Жалко, прокачать нельзя. Вот он. Так вот. Ее можно купить в Play Market. Не помню там за сколько. Но я ее не покупал, короче. Я просто ее скачал. С этой вот. Вот левел 8, но я не пойду туда. Просто... А по воде я не могу ходить, там надо на лодке. Ну, в дальнейшем, может быть, тут и будет. Но я не знаю, я просто вот недавно начал. Потом... Ну, на телефон аж перегрелся даже. Вот так он. Вот, давайте вот тут зайдем. Вот тут... По всяким подземельям бегать надо. Пипец. Вот так мы его ебанули. Это чтобы он нам не мешал. Тут вот так нам сейчас выпадает. Эх. Другое что-то выпало. До этого было другое. Ладно. У нас кот теперь модный. В шапочке бегает. Точнее, в бронюхе. А, да ты нам даже мало ничего не нанес. Мало как-то. Ну, больше нанесешь. Уебать там кот дракоша. С которым я драться полюбас не буду. Еще, блядь, какого-нибудь 20-го левела, блядь, сейчас загасит меня еще. Пошел он в жопу вообще. Че за выход нахуй еще? Бля, я говорю, загасит сейчас. Хотя нет. Помало дают, вот еще один сундук нашел. Вот такая вот прикольная игра. Жалко опять какую-то одежку дали, а не оружие. Просто если бы оружие дали, это было бы хорошо. Причем тут левел первый и... А, земелье написано. Какое. Вот. Вот эти уже месяц хорошо, кстати. Я бы сказал. Но... Видите, они уже хорошо месят. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, так сказать.